друзья, с вами Кики, ваш любимый преподаватель по испанскому языку. В этом канале вы можете найти очень полезный контент, если вы хотите учить испанский и темы о России, как мы думаем. Сегодня я хочу вам показать очень невероятный город Москва, как готовился к Рождеству, Новый год. И правда, я был в много городов и ничего не похож. Это потрясающе, ребята, поэтому посмотрите до конца. Если вы еще не подписывались, пожалуйста, подписывайтесь. Друзья, и готовьтесь. Вы должны скачать приложение, потому что в этом каждый маленький поселок есть QR-код, который вы должны сканировать, и оживает персонажей.
дорогие друзья, дорогие подписчики, я хочу пожелать в этом 2020 году всего самого хорошего. Я думаю, здоровье – это все-таки самое главное, которое я хочу вам пожелать, потому что если здоровье есть, все получится. Чтобы в этом году было очень много успехов, много любви, много денег. С Новым годом, друзья! Feliz año nuevo! Друзья, с Новым годом! В этом году будет очень много материала, много контента, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь. И желаю, чтобы это было просто потрясающий год для вас и для вашей окружающей, любимой. А, кстати, это мне кажется очень интересно, это правда, никогда этого не видел. Смотрите сами, это мне кажется как из фильма «Гринч», такой фильм, не знаю. Как вам? Очень интересно, правда.